так как наш основной комкующийся наполнитель «Счастливые лапки» и «Сибирская кошка» очень сильно подорожал, решили взять на пробу вот такие два наполнителя и посмотреть, как они будут работать. Вся проблема в том, что у некоторых комкующихся наполнителей они не комкуются, разваливаются, а «Счастливые лапки» и «Сибирская кошка» очень хорошо создают комочки, и тем самым облегчаю уборку. Вот взяли вот такой наполнитель, 10 килограмм. Нравится, что крупная фракция. И «Экомир» комкующийся тоже наполнитель. Фракцию посмотрим, когда будем наполнять туалетным. Первый наполнитель, который самый покрупнее, мы вскроем. И насыпем его. Вот горшки предварительно вымыты. Вымыты с хлоркой. Продезинфицированы. И можно насыпать наполнитель. Он меняется нечасто. Советуют раз в месяц менять. Насыпаем. Насыпаем побольше. Если маленькое количество, очень неудобно потом отковыривать от дна горшка. Поэтому сразу насыпаем побольше. Можем немножко разровнять. Крупная фракция. Очень нравится в этом наполнителе. Ну и посмотрим, как он будет комковаться. Вот у нас уже первый испытатель. Нет, она почесаться. Второй комкующийся наполнитель берем. Откроем его. И его мы насыпем. Вот такой у нас горшок с бортами. Выдвигается. Туда насыпаем и задвигаем. Горшок удобен тем, что из него не высыпается лишняя мелочь по сторонам. Насыпаем горшок. Тоже побольше. Эта фракция мелкая, чем будет создавать много мусора. Ну, высыпем весь пакет. Также разровняем совочком. Мелко, очень мелко. Первый наполнитель мне больше понравился. Я напоминаю, что у нас комкующиеся наполнители, которые сворачиваются в такие комочки и очень удобно убирать. Дальше снимем видео, как они комкуются. Задвигаем этот туалет на место. Вот такой туалет у нас. Кто хочет уединения, тот идет в туалет и там уединяется. Все. Дальше посмотрим, как будет комковаться тот и другой наполнитель. Ага, вот у нас ведерко с предыдущим наполнителем, который уже пора было заменить. Поэтому вот в такие комочки. Это «Счастливые лапки» и «Сибирская кошка». Скорее всего, он уже вместе перемешанный. Ну вот он создает вот такие комочки, комкующийся наполнитель. Совочком подцепляем. И вот такие комочки. Вот так вот. Они. Ну, посмотрим. Посмотрим, как новый наполнитель будет работать. Давайте посмотрим первый наполнитель, у которого фракция достаточно крупная. Как он комкуется. Со вчерашнего дня был засыпан. И посмотрим, будут ли хорошие комочки. Вот, сходили. Ну, вот они разваливаются. То есть недостаточно плотно комкуется, соответственно, быстро загрязняется. Будет выше расход этого наполнителя. Сейчас еще посмотрим. Смотрим вот еще. То же самое, да? Думала еще заказать, но нет. Не подходит такой вариант. Должны быть более плотные комочки. Не сильно хорошее впечатление. Посмотрим сейчас второй наполнитель, который мы вот в такой туалет ложили. Был более мелкий. Выдвинем. Выдвинули. Кто-то сходил уже. Это как обычно.
Посмотрим обычно в углах. О, вот. Есть кто-то. Сходил. Вот. Этот комкуется хорошо. Жалко, что он мелкий. И от него много мусора вокруг. А так-то хорошие комочки такие. Плотные. Можно покупать. Это первый, который был. Вот еще комочек. Вот. Хорошие комочки. Относительно той цены, которую он стоит, он свою функцию выполняет. Поэтому будем брать, скорее всего, осен.